Тамбовской области участились заболевания животных бешенством. Только в текущем году на территории нашего региона зафиксировали более 80 таких случаев. И пока прогнозы специалистов неутешительны. По состоянию на 6 сентября вирусом заразились и пали 90 животных, отмечают специалисты. Среди них лисицы, кошки, собаки, лоси и даже верблюды. Согласно официальным данным, самое большое число случаев бешенства зарегистрировано в Рассказовском, Мичуринском, Печаевском, Знаменском и Тамбовском районах. За 8 месяцев этого года сотрудниками ветеринарных учреждений проведено 303 806 единиц вакцинации животных против бешенства. В том числе 37 844 вакцинации собак, 19 610 вакцинации кошек, 51 511 вакцинации крупного рогатого скота, 948 лошадей привито и 18 193 мелкого рогатого скота. И 175 000 вакцин, 700 разложено для вакцинации, оральной вакцины для вакцинации лисиц. Из федерального и областного бюджетов на вакцинацию уделяется более 50 миллионов рублей. Специалисты настоятельно рекомендуют прививать своих домашних питомцев и следить за их контактами с другими животными. Для прививания четвероногих созданы все условия. Начиная с 10 сентября в Тамбове стартует месячник по профилактике бешенства. Вакцинация будет осуществляться силами 4 мобильных групп. По всем вопросам можно обратиться по номеру 71 45 09.